Да, подворотнички белые, подшитые, бля, свеженькие. Хуя себе, блин, все как надо. Боже, я ненавижу. А пришел их уже. Да, было дело, да. Что, затягивай нашу. О, бес, бес, это один сейчас задавит еще. Рванет машину еще с места. Ага, да. Конопля, что ли, да? Смотри, смотри, конопля там. Вот понял, что это за хрень? Не. Не очень. Мне кажется, все-таки ананас. Это что для нас какие-то листья у него слишком такие мягенькие, это и гибкие. У нас вот такие жесткие листья именно, блядь. Это какая-то, как, ну, больше на рис похоже, но рис-то он растет, блядь, в воде, а не в этой хуйне. Здесь засуха, блядь. Ну, это ж похоже на рис, я так говорю, нет? Вон там большие Давай. кусты есть. Шот, это сахарный тростник, я понял. Я понял, вид, это сахарный тростник. Ну да. Так что, это вот этот триггер вот? Нет, нет. А, Дочь. садимся. Там он тростник уже поспел за забором, надо идти рубить. Хули мы тут забыли, блядь. Негры. Мешают всякие, Какая там идут с война. севера нападать на нас. Идущие, у тебя мачете есть? Ты черный, у тебя должно быть мачете, блядь. Там в Балаша подвале. будем рубить. Наши убили тростник. В штанах только мачете. Так что, мы садимся в машину и уезжаем отсюда, идущий? Да, мышь, это не этот триггер. Нам. Я выгляжу. Да негр как нет. Да. 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 Так и было задумано. Кому-то посрать сел в машине. Да, это норма. Вот он, родной. Шо, смотри. Шо, Павел, ты ж знаешь, как пройти? Я тебя вернул, да? Ну давай, там балкон сесть. Да все, он отлично позиции будет. А что делать, когда заваруха начнется? Убивать кого? Кто заходит? Я еще не смогу тебе ничего сказать. Качуаться, я тоже ничего не смогу. Убивать просто кто бегает. Все, мы его полечили. Не хочешь? Не, пошел.
Фраг уже здесь, КСК. Что, победили или что?